Я вас всех приветствую, с вами Анивект. И сегодня я решил записать геймплей на такого персонажа, как Джимби. Самый первый Джимби, БФ. Конечно, персонаж очень старый уже и не актуальный. Но что у него есть интересное, за счет чего на нем еще можно поиграть и не такой уж он, скажем, бесполезный. В общем-то, у Джимби повышен урон по фруктовикам. К примеру, первый скилл смотрим. 362 урона, это в 2 степа, то есть первый и второй наносит по 362 урона. Это там 720 урона плюс-минус. И по фруктовикам наносит еще 200 дополнительных процентов урона. Это просто очень-очень много урона. Второй скилл, конечно, без дополнительного дамага по фруктовикам, но в целом сам скилл 660 урона наносит, кнокбэкает. Скорость на 10%, конечно, маловато, но в принципе норм, дебафает. КД вообще небольшой, 28 секунд. По трейдам, конечно, тут все скудненько, но в целом также главный трейд здесь — это увеличенный урон по фруктовикам на 30%. То есть вы уже поняли, что фруктовиков бить будем очень больно. Также, когда такой фруктовика, у нас первый скилл КДшится на 5%. Автоатакой будет сложнее, конечно, попадать, потому что она у него такая медленная. Ну и в целом такие слабенькие трейды. Медальки я взял ему чисто в урон, все в урон. Медалька Фишера Тайгера, которая нам получается, когда мы атакуем противника, у кого забущена атака, мы по нем... Когда нас атакует противник, у которого забущена атака, да, тогда понижается урон на 5%. В принципе, норм. Давайте что ли перейдем к игре, посмотрим, что я смогу вообще сделать. Ну, многого сразу ожидать не стоит, но в целом... Сейчас посмотрим. Так, кто против нас? Кайда, Кинг, Ло, Луфи. Еще один Кайда и Мамка. В принципе, фруктовиков достаточно. Единственное, что Зора с Шанксом — это, конечно, неприятно. Я надеюсь, что сейчас они не возьмут их. Нет, в итоге, конечно, Шанкс и Зора еще против нас сейчас в данный момент. Ну ладно, посмотрим. Надо пытаться, конечно, осторожно играть. И я сразу же свалю, потому что Зора на меня наметился. Ну его нафиг. Попытка номер два. Снова летим наверх. Мощно. Падай. Нет. Все, я труп. К слову, нормально я его так тычковал для этого уровня. О, там Кайда. Сейчас на Кайда отыграемся, я надеюсь. Хрен там. О, да, попал, найс. Конечно, ой, извини, Виста. В принципе, ладно, он сейчас пойдет дальше захватывать, я надеюсь. Первый скилл проще, конечно, использовать. Второй такой медлительный. Нет, я валю отсюда. Ай, меня снайпнули в полете! Попытка номер три. У меня тимбуст. Может, сейчас я что-то смогу выдать. Хотя там трое, что-то как-то не очень хочется. Может, я... Вот, кто-то идет, я его тут встречу. О, привет! Спрыгнуть! Меня тут уже рыжая шабол дождала. Да, очень насыщенная игра получается, конечно. Мне бы хоть кого-то убить, кроме Кайда, того, что я вначале убил. Давай, луч. Одиннадцать тысяч. Сильно. Так, сейчас против нас все фруктовики. О, кроме Зора. Может, хоть сейчас я что-то смогу показать, кроме горлового отсоса. Ну, Луфи там, конечно, четырехзвездочный бонд, но, в принципе... Ему хватит и 4 звезд, чтобы размотать. Хватаем флаг пока что. Ой, что-то я на это вообще пересерил. А он же вообще на другой флаг полетел. Давай, молнию, Луфи. Стойка. Интересно, что я успел по нему вообще попасть.
О, 15 тысяч вылетел, нормально. Так, там хил, я надеюсь. Да, там хил. Подберем. Так, теперь снова кто там, Ло идет к нам. А там... Нет, там... Бля, мне не хочется с ним... Ну да, я не... Хотел сказать, не хочу с ней драться, и, в принципе, спасибо, меня убили. Вы не поверите, но вне записи у меня были игры по 5-6 тысяч. Но сейчас что-то как-то не идет. Успокойся, я лежу. А как он мимо меня прошел? Давай! О! 19 или 20 тысяч в два этапа вылетел. Нормально. В принципе, это все, что я могу показать при игре на джимбе. Что я вообще кого-то убиваю. Если я сделал пару убийств за матч, это уже круто. Нет! Рейнджа не хватило. Тут сложно понять, какой рейндж вообще, честно. Я не понимаю, какой рейндж. Стой на месте. Ну ладно. Это успех, я считаю. Это успех. Ну, это, в принципе, и так луз. Вы скажете, я заруинил, а я скажу, нет, я не заруинил. Все просто. Я же все-таки не один в этой игре. То, что команда не смогла тоже позахватывать флаги, ну... Я виноват на 25%, я так считаю. Так, против нас. Сразу же ищу фруктовиков. И в этот раз их, конечно, гораздо меньше. Ну, примерно половина на команду. Так, там... Санджи, 6 звезд, опасный, опасный чел. В целом, конечно, я думаю, вы и так понимаете, что Джимбей, ну что это за персонаж, и что мы тут не выигрываем, это ничего удивительного. Хорошо, что я вообще хоть кого-то убиваю. В целом, и этого достаточно для такого персонажа. Я все-таки атакер. Давай! Оп! Видали, сколько ему снес? Ах ты, гаденыш, ты мой килл спер. Но в целом, это мой килл. Можно и так засчитать. А чё он стоит? В целом, скиллы в основном можно юзать, когда вы перфект доджнули. Напрямую перед рожей противника юзать опасно. Ну, в принципе, что я и сделал. Не уверен, что будет хоть одна выигрышная катка. Но я был к этому готов, когда выбирал персонажа для геймплея. И вы будете к этому готовы. Поймал на ошибке дурачка. Хватай, хватай. Пока дают. Пойду, что ли, наш первый флаг захвачу, наверное. Хотя потом сюда по-любому Кайда прилетит. Я вот прям уверен. Оп. Поймал на ошибке, дурачка. Луфи, все мимо, просто все мимо. Аж злится. Ну кто же виноват, что ты такой гений? Оп, задоджили. Захватываю. Нет. Я не смогу сбить ему щит. Ура, это победа. Ну, в принципе, кстати, я сейчас неплохо задоджил, согласитесь. Ну что, вот такой вот достаточно странный и одновременно веселый геймплей получился. Ну, мне так кажется, по крайней мере, вы можете написать комментарии. В принципе, на джимбе, самом первом джимбе, 85 уровне, по-моему, плюс-минус неплохо я показал, что на нем вообще можно сделать. Выжил максимум, так сказать. Было бы 6 звезд, я бы, конечно, ему и статы бы сразу лучше сделал, и на 2 буста вкачал, и был бы живучий. Но в целом, вы видели, какой урон может проходить по фруктовикам.
Спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ждите следующих роликов. Все, всем пока.